Дорогие мои друзья, я приветствую вас на канале Вязание и Я. Меня зовут Юлия. У меня сегодня утро начинается с сюрприза. Ну, если быть точнее, то этот сюрприз получила я вчера вечером. И вот еле дождалась утра, чтобы открыть посылочку и поделиться с вами своими эмоциями от подарка, внимания, сюрприза самого. От кого я получила сюрприз? Друзья, все началось так. Мне прилетело сообщение в Инстаграм от Ольги Эппингер. Я с Ольгой была не знакома. Сообщение такого характера, что Юля, заберите, пожалуйста, на почте вас ждет сюрприз. Я что сделала? Я, конечно же, пошла в профиль этой женщины, чтобы познакомиться с ней. И я зашла на страничку Ольги в Инстаграм, и там и осталась, друзья. Это великолепнейшая мастерица с огромнейшим талантом, которая изготавливает не изделия, а произведения искусства. Ольга и вяжет, и изготавливает изделия в технике валяния. Также у Ольги есть магазин свой на ярмарке мастеров. Я обязательно под этим видео оставлю ссылочку на ее страничку в Инстаграме и на ее магазин на ярмарке мастеров. Пройдите обязательно и посмотрите. Это такие шедевры. Чтобы не быть голословной, я сделала скрины некоторых Ольгиных работ. Я думаю, она не будет против, если я их покажу на своем канале, потому что это действительно заслуживает внимания. Ну а сейчас, мои дорогие, я предлагаю вам вместе со мной посмотреть на сюрприз, который мне прислала Ольга. Как вы видите, вот она посылка, она не вскрытая. Я понятия не имею, что там. Для меня это действительно был сюрприз, потому что, ну, совершенно не ожидала, вообще никак. Я вскрываю при вас посылку. Боюсь, лишь бы не зацепить и не повредить ничего. Ой, какая-то красота. Дорогие мои друзья. Значит, первое, что я вижу, буду шуршать. Ничего страшного. Это моя любимая пряжа, которая входит в число моих фаворитов. Это пряжа Лючия. Я уже много вам об этой пряже говорила, рассказывала от компании Camptex. Здесь великолепнейший состав. 96% вискоза эвкалипт и 4% нейлона. Пряжа обладает легким стретчевым эффектом. Я буквально вчера думала, у меня черная пряжа есть в остатках. Думаю, мне надо связать Славе водолазку в школу. Вот, пожалуйста, у меня теперь 6 моточков вот такого благородного, наверное, коричневого, ближе к такому цвету кофе насыщенного цвета. Спасибо огромное, Ольга. Отличная пряжа, великолепная пряжа. Кто еще ее не пробовал, я рекомендую. Я этой пряжей вязала себе мое платье Кармен. И пряжа действительно зарекомендовала себя великолепно. Отличная пряжа. Спасибо большое. Ой, тут что-то такое интересное. Раскрываем. Так, пушистик, ангора файн от Сиам. Ангора, я такой пряжи не работала, смотрела на нее долго. Цвет такой красивый, видите, богатый синий цвет, глубокий, очень красивый. Таких у меня два цвета Ольга положила. Ой, замечательная, замечательная пряжа. А давайте посмотрим, что здесь в составе у этой пряжи. Так. Состав 50% мохер, 50% нейлон, в 50 граммах 300 метров. Великолепная пряжа. Производитель рекомендует спицы 2-3, но, наверное, не меньше тройки, иначе полотно можно забить. Мягкая, ну, есть небольшая колкость, но учитывая, что сейчас температура воздуха очень высокая, то, наверное, вполне возможно, что ниточка кусается. Когда холодные температуры, все-таки
меньше колкости. Ну, не допустимо, не критичная колкость. Не критичная. На руки вообще мягкая. Никакого дискомфорта я не ощущаю. Так, у меня два цвета синих. Вот такой цвет красивый. Наверное, петрольный, да, я бы сказала. То же самое. Два моточка. Ой, красный, мой любимый красный. Боже мой. Три мотка красного цвета. И я знаю, что это будет. Здесь получается 900 грамм. 900 грамм. Но даже если не хватит, то можно скомпоновать. Великолепная, великолепная. Оля, огромное спасибо. Огромное. Я не устану благодарить. Ой, так, дальше смотрим. Смотрим дальше. Какая-то красота, какая-то красота. Яркий. Моя любимая пехорка ажурная. Я думаю, ее все знают. Вот такой вот яркий цвет розовый. Замечательный, летний. Красивый цвет. Упаковочка 10 мотков. Это полноценное плечевое изделие. Спасибо, Ольга. Вау! Троицкая. Стелла. 100% мерсеризованный хлопок. Красный цвет. Мой любимый красный. Так. 145 метров в 50 граммах. Великолепный метраж. Великолепный. Я этой пряжи не работала. Друзья, был ли у вас опыт работы с такой пряжей? Троицкая Стелла. Я думаю, что это будет замечательное спицевое изделие. Много здесь. 5. 10 мотков, полная упаковка, полноценное плечевое изделие. Я обязательно что-нибудь себе свяжу из этой пряжи. Очень люблю красный цвет, очень люблю 100% хлопок, потрясающе. Давайте, может быть, по тактильным, потому что мне с этой пряжи, я с этой пряжей не знакома. Очень буду благодарна вам за отзывы, если кто-то работал мягкая. Мягкая. Очень напоминает Лили от Ярнарт. От Vita Cotton, прошу прощения. Только Vita Cotton немножечко, там 125 метров, а здесь 145 метров. Чуть-чуть потоньше. Мягкая, приятная, приятная. Производитель рекомендует какие спицы? Без номера. Номер спиц производителя не указан. Ну да и ладно. Сами подберем. Отличная пряжа. Что-то красивое вижу. Ой, какой цвет. Угу. Дейзи. Дейзи от Vita Cotton. Дейзи тоже артикулом я не работала. Тонюсенькая ниточка. Вот такой красивейший цвет. Похож на цвет. Я вязала себе пуловер Лагуна. Красивый цвет. Так, кому интересен номер 4410. 50 граммах 295 метров. Это крючок. Это на крючок. Круточка достаточно сильная. Да, это крючковая пряжа. Вот такая. Великолепная. Мягкая, приятная. Дальше идем. Самая пряжа из Троицка. Называется Самая. Давайте откроем, посмотрим. Не знакома с этой пряжей. Красивый малиновый цвет. Очень красивый. 280 метров в 50 граммах. 50% шерсть. 50% иск ангора. Что такое иск ангора, я не знаю. Ну, то есть 100% состав. Натуральный. Цвет называется винный. Номера цвета нет. Производитель что рекомендует? Спицы 2,25. Да, ниточка достаточно тоненькая. 280-50. Очень красивый. Очень мягкая. Мягкая, приятная. Совсем не испытываю никакого дискомфорта. Совсем. Великолепная пряжа. У меня ее здесь много. 2, 4, 6... 8, наверное, мотков. Но не буду уже раскрывать полный пакет. Много. Полноценное плечевое.
Здесь письмо от Ольги. Я, конечно, прочту его за кадром. Спасибо, Ольга. О, ничего себе! Вот это да! Вот это да, друзья! Я дар речи потеряла. Это мой любимый цвет. Боже мой! 40% меринос, 27% буретный шелк, 22% па и 11% люрикс. 220 метров в 400 граммах. Пряжа из Петербурга. Производитель Фил 3. Цвет янтарь. Артикул 1206/3. Вот это да. Друзья мои, смотрите. Вот вся информация. Я думаю, что вам будет видно. Пожалуйста. Цвет просто. Камера передает ярче, он передает более оранжевый цвет. На самом деле, очень интересная. Она, видите, с такими вкраплениями разными. Ну, достаточно такая толстенькая ниточка. 220 метров в 100 граммах. Да, это достаточно толстенькая ниточка. Какая интересная. Тактильно, я ничего не могу сказать. Совершенно не эластичная пряжа. Совершенно. Интересно, надо пробовать. Надо пробовать что-то очень классное. Потрясающе. Ой, и это что-то интересное. Ой-ой-ой. Даже с образцом. Вот такая бобинка меланжевая. Так-так-так. И образец Оля связала спицами. Я не знаю, каким номером вязала Ольга, но это тончайшая нить, 100% хлопок, 1000 метров в 100 граммах. Здесь 400 грамм. Не вижу, производителя не вижу. Только обозначение, что это 100% хлопок, и все, больше ничего. Она, знаете, она какая-то... Интересно, она как со стрейчевым эффектом, что ли, друзья, я не знаю. Тянем. Достаточно такая и в одну сторону, и в другую. Но это тончайшая нить. Это надо даже подумать, что из нее вязать. Очень интересная. Я такую никогда даже крутку не видела. Крутка очень необычная. Да, она действительно, она, видите, вот на руку смотрите, она как стрейчевая ниточка так. Видите, насколько тянется? Интересно, интересно. И если мне не изменяет мое зрение, то имеется косина. Видите? То есть надо смотреть, что думать, что из нее вязать. Может быть, с чем-то ее миксовать. Хотя меланж, я даже не знаю, это если смиксовать этот меланж с другой нитью, что из этого может получиться, я не представляю. Надо смотреть, надо стирать, отпаривать, вязать разными номерами спиц, потому что тонюсенькая, а возможно даже и на крючок, как вариант. Надо пробовать, не попробуешь, не узнаешь. Ольга, дорогая моя, я благодарю от всего сердца и от всей души за такой великолепный подарок, за сюрприз, за внимание. Я хочу пожелать вам, вашим близким, вашим родным благополучия, удачи. Пусть ваше внимание и ваша доброта вернется к вам сторицей. Я дар речи потеряла. Действительно, великолепнейшие подарки. И сам факт сюрприза, это, конечно, не передать. Огромное вам спасибо от всей души, от всей души. Друзья, а вы заходите, знакомьтесь с Ольгой. Там действительно есть на что посмотреть и чем вдохновиться. Оленька, дорогая моя, спасибо еще раз. Дорогие мои зрители, спасибо, что вы были со мной и разделили со мной эту радость. До скорых встреч в следующих роликах!